Привет, на канале Art School. В этом уроке нарисуем долгожданное видео собаку породы Джек Рассел Терьер цветными карандашами. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие интересные уроки. При подготовке видео использовалась продукция производства компании Эрих Крауза. В наборе цветных карандашей 24 цвета. Рисует ярко и насыщенно. Грифель прочный и не крошится от падения. Рисуем эскиз простым карандашом. Рисуем основу для головы – овал. Мордочка у собачки достаточно продолговатая. Наметим линии туловища. Нарисуем два уха в форме треугольника. Теперь проведем вспомогательные линии. Начертите наклонную вертикальную линию, которая разделит мордочку собаки на две равные части. Далее начертите две горизонтальные линии, параллельные друг другу. Нижняя прямая должна делить голову собаки пополам. Прорисовываем мордочку животного, наметим расположение носа, а также определим светлую часть мордочки. Немного вытираем по бокам, прорисовывая форму. Между горизонтальными линиями разметки рисуем глаза. Рисуем рот. Прорисовываем нос и ноздри. Ластиком уберем лишние линии. Ниже рисуем ошейник. Раскрасим собачку цветными карандашами. Начнем заштриховывать светло-коричневым цветом. Короткими, прерывистыми штрихами нарисуйте шерсть, следя за направлением. Рисуем глаза, используя темно-коричневый и черные карандаши. Затемните зрачки, оставив блики, как показано на рисунке. Ноздри полностью зарисуйте, так как свет туда падает меньше всего. Нос заштрихуйте прерывистыми штрихами, а верхнюю часть носа оставьте для более светлого тона. Черным цветом заштрихуйте ошейник. Темно-коричневым затемняем рисунок, придая объем.
прорабатываем участок. Добавляй больше штрихов. Заштрихуйте оставшуюся шерсть. При этом постарайтесь придать ей объем. Легкими штрихами черного затемняем самые темные места на мордочке. Черным, тонко заточенным карандашом нарисуем усы. Надеюсь, вам понравился Джек Рассел Терьер. Не забудьте поставить лайк внизу и пишите свои комментарии. До новых уроков! Пока!